Всем доброго времени. Сегодня мы немножко поговорим о колоде, которую можно считать махровой классикой, которая увидела в свет окончательно вот в таком вот варианте в 1903 году. Вот она у меня вся вытащена. Упс, упал. Упал телефон. Я ее специально подготовила для того, чтобы показать каждую карту и перевод. Это у меня штатив так упал. Каждую карту перевод. И помогла мне в этом Евгения Мелитель. Очень хороший человек, отличный переводчик и отличный таролог. И, ну, не все знают хорошо английский язык, но на самом-то деле. И вот текст каждой карты переведен по моей большой просьбе. И я с удовольствием поделюсь переводом. Я эту карту Gypsy Witch, эту цыганскую ведьму, я ее встречала в видео и Евгении Таро, и в видео Екатерины Таро Мироновой. Девочки, расклады разные на неделю. Но вот именно трактовки каждой карты я ни у кого не встречала. Я решила, собственно говоря, сделать вот такой вот небольшой вклад в мир YouTube, мир перевода и поделиться для всеми желающими и страждущими. Что я еще могу сказать об этой замечательной колоде? Внешне она не особо красива. Я привыкла к более ярким, более сочным, более выразительным цветам. Ну, согласитесь, здесь ничего такого гениального нет. То есть так может нарисовать ребенок. Техника коллаж, техника смешанная еще и игральные карты. Может быть, здесь карандаш. Кто разбирается, можете меня поправить. Но вы сами видите, что карты не особо шикарные, красивые. И не нужно быть гадалкой, чтобы понимать, что если они настолько популярны, у них самая большая продаваемость идет в Штатах, у этой колоды, у этого оракула, то значит, у них есть что-то, за что их любят. И это не внешность, да, это не одежка, да, а именно то, почему провожают. То есть колода достаточно интересная, достаточно рабочая. Одна из лучших колод, потому что с 1903 года, сколько она вообще выдержала переизданий и сколько вообще судеб с помощью нее перелопатили, пересмотрели. Это, ну, я даже не знаю, 1903 год. То есть она, по сути, даже выпущена раньше Райдера Уэйта, понимаете? В 1894 году Фредерик из Чикаго, Фредерик Дрейков, штат Иллинойс, начал издавать расширенную версию, 52 карты. А называлась она Mill La Normans Gypsy Witch Fortune Telling Card. Она была основана на 48 картах, а потом ее расширили. И позже уже Адольф Энгель Эдишн, предположительно 1880 год, уже увеличили до 52 карт. И в 1903 году она в неизменном виде издается издательством US Game. Товарищи, качество US Game – это волшебство. Это все знают. Это действительно прекрасный, классный картон. Конечно, не совсем совпадает с рубашкой. Вот я с таким активным красной внутренней стороной, ну, никак не ожидаю вот такую вот сиреневую. Но ко всему можно привыкнуть. И я надеюсь, что мое видео наберет достаточно лайков, достаточно подписок. И вы будете приятно поражены ее значениями. Хотя много недовольных тем, что у этой колоды другое, то есть номер один здесь идет солнышко, номер два здесь идет луна. Конечно, вы можете взять обычную колоду, 52 карты, подписать этими номерами и совсем не обязательно покупать оригинальную вот такую колоду. То есть можно прекрасно 52 картами обойтись. И вот те, кто хорошо и плотненько сидят на Ленорман, в том числе и я, боятся того, что здесь номера не такие. То есть здесь не клевер, а луна под номером 2. Здесь не корабль, а дом. То есть совершенно другая нумерация. И вот у
умные люди этот момент ухватили и сделали колоду Мэйбели Ленорман. Мэйбели Ленорман. Может быть, Ленорман. Ну, с одной стороны, они молодцы. А с другой стороны, ну, если эта система работает, люди, каноничная система 1903 года, зачем нам Мэйби? Если мы хотим Ленорман, у нас есть голубая сова, у нас есть еще куча других колод, у нас есть красная сова. Зачем нам делать то, что проверено уже больше века? Зачем нам это менять? Ну и еще, что я хотела сказать. Очень простой способ на то, сбудется ли желание. И он также у меня переведен благодаря Евгении. Я тоже вам его покажу, поделюсь. Элементарно работать. И причем я, насколько понимаю, можно работать и не только с этой колодой. Если интересно, оставайтесь. Итак, мы начинаем перевод по каждой карте. Ну, вверху у меня лежал джокер, я его откладываю в сторону. Первая карта – это карта Солнца. Она идет под номером 1, в отличие от классической Ленорман. И я могу сказать, что некоторые трактовки будут пересекаться с Ленорман, а некоторые будут совсем не похожи. И этим эта колода интересна. Итак, Солнце символизирует счастье, популярность, рядом со змеей, мышами, темной стороной. Туч предвещает неприятности. Это то, что написано на этой карте. Карта номер 2. Если Луна находится рядом с картой вопрошающего, она является хорошим предзнаменованием. Предзнаменование предсказывает удачу. Когда Луна далеко от карты вопрошающего, то ваши секреты могут быть раскрыты. Карта номер 3. Дом предвещает успех во всех начинаниях. Если текущие события неприятны, то вскоре ситуация изменится, и вас будут ждать счастье и процветание. Также предсказывает замужество. Вот такая карта дома. Следующая карта номер 4 в этой системе – это ключ. Если он находится рядом с картой вопрошающего, то он является явным предзнаменованием успеха. Но в окружении негативных карт карта ключ знаменует болезнь. Карта номер 5 – дерево. Хорошее здоровье рядом с букетом знаменует исполнение самых смелых надежд. Карта номер 6 – гроб. Предвещает острую болезнь или потерю имущества. Рядом с картой вопрошающего, в отдалении от карты вопрошающего, говорит о возможности избежать неприятностей. То есть, чем дальше карта гроба от вашей карты, тем лучше. Ну, также и в Ленорман, собственно говоря. Следующая карта номер 7. Это букет. Карта букет является абсолютным символом длинной счастливой жизни. Рядом с картой ребенка говорит о почестях и славе. Карта номер 8. Коса предвещает разочарование, а рядом с картой гроб – скорую смерть. Карта номер 9. Здесь это птицы. И они, если находятся рядом с картой вопрошающего, символизируют страшную неудачу и яростных врагов. А в отдалении от карты вопрошающего в окружении карт номер 7, 16, 12 или 22 – указывает на шанс избежать злых чар. Вот такая карта птицы. Карта номер 10. Это свинья. Будь то рядом или далеко от карты вопрошающего, предвещает большую удачу, изобилие всяческих почестей и реализацию самых смелых амбиций. Карта номер 11. Это лиса. Карта лиса в непосредственной близости к карте вопрошающего предвещает недоверие или знакомых, которые стремятся вас предать. В отдалении опасность эта карта не такая острая, не такая опасная. Карта номер 12. Это дети. Она символизирует дружеское расположение и доброту. Карта номер 13. Это змея. Змея символизирует вражду и бедствие, масштабы которых зависят от того, насколько близко или далеко от вас эта карта. Карта номер 14 – это всадник. Она предвещает хорошие новости, за исключением случаев, когда рядом находится карта номер 6, номер 8, номер 11 и номер 13.
Карта номер 15. Это карта письмо. Предвещает хорошие новости. Рядом с картой вопрошающего обещает неожиданную удачу. Карта номер 16. Это корабль. Это символ богатств. Рядом с картой вопрошающего указывает на наследство или получение денег посредством торговли. Также предсказывает путешествие. Карта номер 17. Это рыбы. Символизирует богатство, которое пришло через акции. Но в отдалении от карты вопрошающего показывает неудачу и провал. Карта номер 18. Эта карта выступает сигнификатором вопрошающего, если расклад делается женщине. Окружающие же карты оказывают влияние на нее в зависимости от их удаленности. Если вопрошающий является женщиной, то карта номер 19 не учитывается в раскладе. И, соответственно, карта номер 19 – это карта мужчина. Тоже карта вопрошающего. И точно так же, если выполняется мужчине, то карта вопрошающего номер 18, женская, не учитывается. То есть 18-19 – это карта квирентов. Карта номер 20. Лилии предвещает счастливую жизнь, но семейной горе окружено тучами. Поверх сигнификатора говорит о добродетельной жизни. Под картой сигнификатора говорит о бессмертии. Ну, даже так. Я еще раз повторюсь, это название трактовки, которые изображены на каждой карте из этой колоды. Номер 21. Аист говорит о смене места жительства к лучшему. Оно будет скорым или нет, зависит от удаленности этой карты, от карты вопрошающего. То есть, чем ближе карта аисты к вопрошающему, тем быстрее будет. Так, карта номер 22. Это книга. Она говорит о том, что вскоре вам откроется тайна, которая изменит все к лучшему. Степень же перемен будет зависеть от удаленности этой карты, от карты вопрошающего. Карта номер 23. Это кольцо. Кольцо справа от карты вопрошающего – верный знак богатой и счастливой свадьбы. А слева от карты вопрошающего – разочарование в любви. Рука об руку символизирует доверительные отношения. Рядом с картами 38, 39, 42, 47 говорит о том, что дружба перерастет в любовь. Рядом с картой 45 вы получите расположение начальства, а рядом с картой 48 – финансовый успех. Карта номер 25 – это тучи. Тучи, повернутые темной стороной карты вопрошающего, предвещают развод. Тучи, повернутые светлой стороной карты вопрошающего, предвещают семейное счастье. Ну, про половинки туч эта же трактовка встречается в книге Анны Котельниковой по Ленорман, так что это не новая для меня трактовка. Номер 26. Парк рядом с картой вопрошающего предсказывает любовь. А в отдалении от карты вопрошающего ложную дружбу. А вот это интересно. Для меня карта сад, например, в обычный Ленорман, если далеко, это не означает ложная дружба. То есть мне не хватает только от того, что от моей карты сад был далеко, что ага, лживый друг. Ладно, не буду отвлекаться. 27-я карта. Карта собака. Рядом с картой вопрошающего говорит о том, что о настоящей дружбе. Если находится далеко от карты вопрошающего, в окружении карты тучи, остерегайтесь врагов. Карта номер 28. Якорь указывает на удачу в делах и в любви. А в окружении карты 11, 13, 29, 30, 31, 35 сулит потерю доверия. Рядом с картой собака – преданность возлюбленного. Карта номер 29. Это мыши. Они предсказывают потерю из-за кражи. Рядом с картой вопрошающего говорит об улучшении ситуации после больших трудностей. Но если эта карта находится вдали от карты вопрошающего, то потеря может быть невосполнимой. Как интересно. Мыши рядом с картой вопрошающего говорят о улучшении отношений. Карта номер 30 – это метла. Рядом с картой вопрошающего говорит о ссорах в семье. Вдали от карты вопрошающего предвещает материальные потери. Карта номер 31. Перекресток. Перекресток, повернутый в сторону темной стороной. Тучи предсказывает неудачу, но если карта находится далеко от карты вопрошающего, то негативных последствий можно избежать.
Карта номер горы, да? Горы. Горы рядом с картой вопрошающего говорят о присутствии могущественного врага. Карта номер 33, клевер, приносит добрые вести, но рядом с тучами говорит о разочаровании. Если же карта номер 2 не лежит рядом с картой номер 29 или 28, разочарование это будет недолгим, и вскоре человек вновь обретет свое счастье. Карта номер 34. Это карта звезда. Рядом с картой вопрошающего салют успех в любых начинаниях. Если эта карта находится очень далеко от карты вопрошающего, то она предвещает несчастливые события. Карта номер 35. Это башня. В окружении туч предвещает болезнь, а при непосредственном соседстве может говорить о смерти. Кстати, о карте туча и башни, о том, что может предвещать болезнь, есть в книге у Раны Джордж. Странное, конечно, совпадение, но эти напечатанные тексты были еще с 1903 года. Ну, совпадает что-то с обычной Ленорман. Карта номер 36, кошка, говорит о лести. Рядом с картой номер 6 предвещает личный вред. Рядом с картой номер 29 и 30 – раздор. Карта номер 37. Рапиры. Предупреждает нас об угрозе, которых рано или поздно возникнут, в зависимости от их удаленности и от карты вопрошающего. Карта номер 38. Пламя в очаге предвещает удачу и нейтрализует действия рядом лежащих негативных карт, усиливая при этом действие позитивных карт. То есть такая вот карта-катализатор пламя. Карта номер 39. Сердце рядом с картой вопрошающей предвещает большую радость. Карта номер 40. Вино. Вино – это символ жизнерадостности и веселья. Карта номер 41. Это роза. Роза символизирует красоту и крепкое здоровье. Карта номер 42 – это Амур. Амур – это знак того, что кто-то любит вас или воспылал к вам страстью. Карта номер 43 – молния. Молния несет угрозу, уровень которой зависит от того, насколько близко или далеко карта находится от карты вопрошающего. Карта номер 44 – разбитое стекло. Предвещает неудачу на долгие годы, если находится рядом с картой вопрошающего, смерть друга. Когда далеко от карты вопрошающего, она неудача на долгие годы, если находится рядом с картой вопрошающего, смерть друга. Когда далеко от карты вопрошающего. И я еще назвала бы эту карту не разбитое стекло, может быть даже как зеркало разбитое. Ну, есть же такая примета о разбитом зеркале и о неудачах. Карта номер 45. Орден предвещает почести и признание труда. Рядом с картой номер 48 – верный знак успеха в делах. Карта номер 46. Железная дорога предвещает долгое путешествие. Рядом с картой 44 – серьезную аварию. Рядом с картой номер 29 – ограбление. Карта номер 47. Невеста. Рядом с картой вопрошающего для одинокого человека предвещает реализацию наивысших целей. Далеко от карты вопрошающего – бурную семейную жизнь. Карта номер 48 – это сейф. Символизирует богатство. Если сейф повернут к вопрошающему закрытой стороной, то он предвещает потери из-за спекуляций. Ну, сами понимаете, что трактовки к тому времени больше подчинены, но тем не менее все равно что-то можно и в современные дни взять для себя. 49-я карта – это глаз. Глаз рядом с картой вопрошающего указывает на большой интерес со стороны друзей, далеко от карты вопрошающего говорит о подозрительности. Карта номер 50. Медведь – это символ успешных спекуляций. Карта номер 51 – лев. Лев предвещает внезапный шок от плохих новостей. Ну надо же, я бы не подумала, что лев – такая плохая карта будет. Номер 52. Пастух говорит о любви к жизни и сильных товарищеских чувствах. Ну и три джокера. Также есть определенные расклады к этой колоде, определенные выкладки техники карт.
Если интересно, если это видео наберет достаточное количество лайков, я, допустим, хочу не меньше 50. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько это видео было для вас информативно, полезно. И увидимся очень скоро. Пишите, насколько вам нравится в работе эта колода цыганской ведьмы. Не смущает ли вас то, что здесь номера другие, не такая нумерация, как Ленорман. И в целом напишите, нужны ли вам вот такие видео с переводами МБК. Я буду ждать. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пишите и хорошие, и плохие комментарии. Я всем рада и всех очень люблю. Пока!